Не стоит волноваться, друзья. У меня есть эликсир, который разрушит это создание. Зелье. Ой-ой. Что? Невозможно, нужно было сработать, я так старался. Ты конец имша, ну конечно. Зелье, Аксель, ты должен бросить настоящее. Воры, вы все испортили, Аксель, ну же. Джесси, бросай его! Ну ё-моё, ну обосрали всё просто. Айвор, вернись, трус! Йонг? Джесси, помоги мне! Я всегда не готов к этим ивентам. Right. Эту тварь мне не победить, по крайней мере, в одиночку. Все бегут прочь, кроме тебя. Вы мне поможете? Конечно. За мной! Это все еще первый эпизод идет? Уже час? Out of my way, chickens! Прочь с моего пути, трусы. Странно, почему трусы? Ведь он сказал chickens, курицы. Хе, странный перевод. Есть мод на такого босса, я знаю. Золото, золото. Кто-нибудь, помогите мне, народ! Используй W для движения вперед. Жесть. Он умер, мне кажется, от такого удара. Блин, я все еще, видимо, курсор, отстой. Нормально. Очуметь! Oh, если бы я остался в этом подвале, я бы... Спасибо, что вернулся со мной, Джесси. Без тебя мне не выбраться. Джесси! Пора варить! Подождите, держаться вместе! Джесси, помоги мне! А что делать-то? I can't hold on! Ну я же нажимаю! Суды на МША, Билай. Все целые? Нам нужно попасть в мою крепость, там мы в безопасности. Спасибо за это сейчас. Что с тебе в расчете? Жесть. Используй ВСД, чтобы обходить препятствия! Я к такому не готов! Наверное, это тоже препятствие. Свинья это запомнит. Жесть, нормальный парень вырос. Stay together, everyone. Держитесь вместе, доберемся до моего храма в безопасности. Пожиратель миров, реально. На самом деле в ваниле бы зашел такой босс, мне кажется. Но, наверное... А что такое Е? Наверное, разрабы не хотят делать что-то очень уничтожительное. С другой стороны, визор уже есть в игре. Фиг знает. Надеюсь, это не важно, в какую сторону я побежал. На самом деле, надо прыгать. Выглядит на самом деле эпично. В этом плане они молодцы, конечно. Стрелочка! Столько идей для еще. Что нажимать?
Жесть, погодите, вы хотите сказать, что его храм находится в 5 блоках примерно от города, и никто, типа, не общался с ним, да? Угу. Стрелочка! Быстрее, если он пройдет через портал, будете в безопасности. Мне так нравится, как он спасает только 4 человек из всего города, потому что они сказали, что они ему помогут. Здесь что-то не так. Нет света, нужен свет. Внутрь немедленно! Габриэль! Е! Опять нажимать! Thank you. There are so many. Их так много, я не могу спасти всех. Вот, ты только понял. Я не справлюсь в одиночку, нужно найти остальных. Others? Сорен исчез много лет назад. Найди остальных. You must seek them out. Take this amulet. Возьми этот амулет и береги его как зеницу ока. Ты справишься? Как я их найду? How am I supposed to find Agnes and Elgord? Элгорд. Амулет покажет дорогу. Пройди через портал, а потом. И тут на него падает потолок, и он умирает. Ну можно и так тоже, в принципе. Моя честная реакция. You two, go through the portal and meet up. Через портал встретите остальные места, но здесь я сделаю все, что смогу. Go on, Jesse, go. Я не позволю тебе остаться. Ты нужен ребятам, Джесси, шагай в портал. Короче, понятно. Понятно, умирай, я понял, я это запомню. Мне опять не доверяют важную работу. Ну все, я думаю, я нажму на что-нибудь. Нет, пускай тебя всасывает, пускай. О, ну вот, я выберу мужика. Спасибо, Джесси, теперь вступай в город. Джесси, тихо. Hold on, Petra, I'm coming for you. Я сейчас. О, нет. Ну вот, не спас. Жесть, крутой Незер. Where's Petra? Мы сделали все, что смогли. Я промолчу просто. It doesn't sound good. I know. I know. Petra's still up there. Петра все еще наверху. Я испугался всего на миг. Испугался? It wasn't my fault. Я не виноват. You got scared, испугался и не виноват? Нужно вернуться. No. Нет, лучше подождем. Я могу вернуться, реально? Petra needs our help. We're going. Hey, there she is. Вот она. Ты думал, тут что-то будет? Ну, конечно! Утопите его в лаве сейчас! У меня пальцы даже не на кнопках, ну я не понимаю. Блин, щупальце должно было обрубить, кстати, странно. Айвор. Айвор! Вы все испортили! Don't pretend you don't know. Не притворяйся, воришка, вы взяли у меня самое... Ударить его! Самое снова ненужное насилие, это ничего не даст. Лучше усвоите урок, а не то разделите участь Габриэля. Там наверху ничего не осталось, ничего, кроме иссушающей бури. Чем мы тратим время на разговор с этим уродом? Надо найти Петру. О, я ее видел! Что? Когда я бежал к порталу, встретил ее. Она неслась в противоположном направлении. Очень смело. Однако между смелостью и глупостью очень тонкая грань.
And your friend. Ты трус. You're a coward. Maybe. Может быть, но я уцелел, и это важнее всего. There's more to life than survival. Уцелеть — это не главное в жизни цели. Если не уцелеешь, то и жизни не будет. Ну, в принципе, в чем он не прав? Я не хочу с ним тусить. Вообще не хочу. It's not for my sake. Yeah, well, keep it to yourself. There's nothing left up there. Nothing but ничего, кроме монстра, не осталось наверху. Что это было? Я бы пожелал вам удачи, но в нижнем мире удача не поможет. Но я вам сочувствую. Здравствуйте. Сейчас надо будет уклоняться. Я уже положил пальцы на кнопки, я готов. Я уверен. Вот сейчас. Вот сейчас. Бежим. Нет, серьезно? Жесть, вагонетки, пог. Я ждал этого, момента. Everybody, hold on! Держитесь! Просто Гаст смотрит, знаете, так типа. Ну ладно, пока. Вот это да, Нижний мир! Да, уж тут столько лавы и огня, и других радостей, от которых можно сгореть дотла. Класс тоннель. Жесть, красивый тоннель, реально очень. О нет, обрыв! Да еще какой обрыв! Крепко держать, прикрыть глаза, руки вверх. Вперед! Они все умрут. О, нет! Жесть. Надо полагать, не я один заметил, что мы съехали с колеи, да? Нет. Хорошо, жесть. Это уже форсаж уровень какой-то. Надо же, я думал, что-нибудь неприятное случится, но похоже, все будет... Ого! Нет! Блин! О, Аксель, Оливия, Рубен, кто-нибудь? Красиво Незер нарисован очень. Жесть, сейчас будет ПВП. Или ПВЕ, неважно. Ладно, Рубен, помнишь, как я говорил, что все будет нормально? Знаю, тогда я ошибался, то на этот раз все будет нормально. У меня хорошее предчувствие. Я не могу брать курсор, он здесь нужен. Но сейчас, может, не нужен. А он не убирается, кстати. Я двигаю его и... Ой-ой-ой! Окей. Вообще, Гасты официально вычеркнуты из моего списка запланированных встреч. С Гастами покончено. Ни к чему мне с ними встречаться. О, твою налево, жесть. Наиболее жесткая фраза в истории моде. Жесть. Красиво. Но это реально форсаж. Все целы? Стало быть, и я живёхонек, я тоже живёхонька. Поверить не могу, что Петра постоянно сюда спускается. Жуткое место. Мне нечего сказать им, я буду молчать. Ну да, я с тобой согласен. Может ли человека стошнить внутрь? Ага, меня уже раз пять. Ого, посмотрите на это место. Здесь сходятся все пути. Наверное, отсюда можно попасть в любую точку мира. Вон портал.
Об этом и говорил Габриэль. Это наш выход. Он должен вести наверх. Но наверху эта тварь. Он прав, мы понятия не имеем, куда попадем. Там может быть опасно. Это хаб? Да, это хаб. Спасибо за смелость, Аксель. Ладно, иду. Уже иду. Вот прямо сейчас. Ты справишься. А нет, Магди случайно потерял Лорен Шатри, а Тилтали нашли его и сделали из этого игру. Слушай, это один джаз, Костя, это правда. Ну все, я вхожу. Отвяжись! Блин, они зомби сделали чисто как алкашей каких-то, знаете? Взял его, откинул одной рукой куда-то в угол. И он обратно такой... I'm never going first again. Хаб Пепеленда в мире ресов. Красивая какая луна, yeah. Просто жесть. Где мы? Dark, в темноте? В черт знает где? Может, стоит расположиться на ночлег, опасно ходить снаружи, когда темно. Я думаю, мы к храму идем, мы ищем громадное здание. Я думаю, мы без труда его узнаем. Ну да, Айвор говорил. Тогда, может, это и есть храм. Я буду молчать. В этом суть моего персонажа. Это так смешно. I totally agree. Wait, but can I just say something? I agree too. Давайте построим домик на дереве. Это займет целую вечность. Пока будем строить, нас могут заметить. Думаю, наскоро лучше соорудим хижину. Давайте сделаем что угодно, только побыстрей. Мы будем строить хижину. That's it, Olivia. Jesse made the call. We should get started. Спасибо, Кипр, потом за 7 месяц. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо, Дрисап. Привет. Сапка, есть теперь порядок. Это здорово. Спасибо тебе огромное. И спасибо, Джаст Козерс. Один. Так. Ну все. Жесть. Пог. Стартовый дом Дмитрий Скрыдник. Столько усилий, а мы все равно под носом монстров. Решено и больше никаких дискуссий. Можно было бы сделать несколько джей, но уже поздно. Вообще, ладно, сойдет. It's cool. Let's keep it together, guys. Скинь в альбом ВК. Вот это дом. Походу, у него болит живот или что-то. I'm going to tell you something. You have to promise. Пообещать только не сходить с ума, о чем хочешь сказать. What is it? I... У меня есть печенье. One for me. Одно мне. One for Olivia. Одно Оливии. One for одно Джесси. Thanks, Axel. Спасибо, Аксель. Ну and да, придется дать печенька вот ему. Ну конечно, ну конечно. Sorry, Lucas, ну конечно. Oh, no. it's all right. Ну конечно. Свинье уже дали печенье? No, нет, ни за что. I can't do that. I insist. Я настаиваю. Thank you, Jesse. Спасибо, Джесси. Ну, мне кажется, это все еще гигачад решение. Представьте, к вам подходит кто-то и говорит, возьми печенье. Я настаиваю, возьми печенье. Ну, я хорошо отыгрываю персонажа, мне кажется. If you had to, which would you rather fight? С кем вы предпочли сразиться? С сотней зомби размером с курицу или с одним кур размером с зомби? Choose wisely. Делайте мудрый выбор. Хороший вопрос, дай-ка подумаю. That's a good one. Let me think. How can you guys joke at a time как вы можете шутить в такое время, ребята? Петра все еще в опасности.
Нужно не падать духом. Нельзя просто сидеть и горевать. Наоборот, будем горевать. Как раз это и следует делать. Я прав, верно? Может быть, но с ней все будет в порядке. Почему ты так думаешь? Иначе и быть не может. Что ж, ладно, надо немного отдохнуть. Как только сможем, начнем поиски храма. Моя мысль такая, если мы начнем от портала и при этом разделимся... Эй, чем это ты занимаешься? Что я тебе сделал? Решим утром. Мистер Биг, спасибо огромное за 5 гифтов, спасибо за 5 сабок. Спасибо тебе за поддержку. Решим это утром. Ты носишь эту дурацкую куртку, не указывай нам, что делать. Возьми свои слова обратно. Давайте все успокоимся, ребята. You guys need to relax. Спасибо огромное, дискриминант. Что за мега-донат опять? Просто жесть. Спасибо огромное за поддержку. Ты перегибаешь палку, Аксель. Я не собираюсь это терпеть. Знаешь что, я, пожалуй, пойду, а вы тут разбирайтесь между собой. Тебе нельзя уходить, это слишком опасно.